Всем привет, друзья, с вами Ралюха, и добро пожаловать обратно в эксперименты GTA 5. Сегодня у нас вот такой водный небольшой экспериментик. Нам нужно вот с этого берега доехать до вот этого островка. Но, ребята, казалось бы, все так просто, но на самом деле тут очень глубоко, ребята. Смотри, тут действительно очень глубоко. Тут буквально сразу же вот заезжаешь и сразу глубина. И нам нужно это все проехать, потом как-то заехать вот сюда и, короче, на островочек попасть. На наших, ребят, сегодняшних машинках. Ну ты только посмотри, у нас сегодня 15 офигенных тачек. Вот такой, смотри, у нас доджик. Или это понтяк, без разницы. Короче, вот такая, вот такой маслкарчик. Высокий, на колесиках таких. Двенашка, Сент Кинг HD такой. Посмотри, какой офигенный внедорожник. Сент Кинчик, ё-моё, офигенный. Потом гигантское колесо, ребята. Да, гигантское колесо, на котором можно ездить. Да, потом гигантский Шевроле Камара. Просто капец, смотри, какой офигенный. Можно на нем лазать даже. Потом байки с большими колесами, потом вот такая тачка какая-то странная, такой маленький бегемотик карго какой-то. Короче, вот такая тачка с 8 колесами, такой на БТР, какой-то мини-БТР, блин, похож. Потом уточка у нас, потом V8 грузовик Таран, просто офигенный. Потом какая-то вот такая тачка, не знаю, что это такое, какой-то перевозчик, что ли, я не знаю, что это за желтый кэт, блин. Ёма. Короче, тут у нас дальше такой хаммер высокий, бигфутик. Вот такой получается какой-то грузовичок. Гигантский, ребята, поезд. Ультра бигфут офигенный. Просто ты глянь, как он выглядит. И ультра бигфут у нас гелик. Да, у нас сегодня два ультра бигфута. Одна гигантская тачка и одно гигантское колесо. Короче, офигенно у нас сегодня вообще автопарк. Обязательно смотри ролик до самого конца. Ставь лайкосик прямо сейчас и жми на подписку. Ты точно не пожалеешь. И не пожалеешь, делись этим видео со своим другом. Так, песик, не мешайся, пожалуйста. Я не хочу тебя случайно сбить. Так, ладно, ребят, берем, короче, первую тачку. Пусть это будет у нас вот эта машинка. Это у нас двенашечка. Ну что, да, давай, погнали. Запасайся обязательно вкусняшками. Да-да-да, давай-давай-давай. Там чаечек, печеньки обязательно бери. Мы, ребята, начинаем наш эксперимент. Так, двенашка, до куда доедет? Поехали! Ой-ой-ой. Ребята, двенашка буквально сразу, как какашка, просто, ё-моё, легла. Офигеть. Это буквально вот здесь. Ё-моё, давай мы ее, может, отодвинем. Да, давай мы ее немножечко отодвинем в сторонку, чтобы она нам не мешала, как бы. Это, конечно, все прикольно, но, блин, хотелось бы, конечно, подальше проехать. Да, ребят, ну первая тачка все-таки не такая уж и хорошая на самом деле. Да, обычно. Вот давай мы, допустим, возьмем вот тот вот. Сегодня я, кстати, постарался много внедорожников поставить, чтобы прям такие мощные тачки были, чтобы нормально провести эксперимент. Так, и как ты видишь, нам тут разгон такой хороший особо не взять. Так, что это было такое? Так, ладно, давай. Опачки, давай с буксика. Погнали, ребята, в воду. Опачки. Давай. Едем. Да, вот эта машинка, конечно, подальше уже проехала на самом деле. Ё-моё, фига тут дно, прям вообще капец. Ну, ладно, машина проехала, в принципе, подальше, чем двенашка. Но все равно как-то не очень. Вот сюда я ее, ребят, поставлю и вернусь на исходную позицию. Ребят, ну что-то как-то слабенько, да? Подожди, давай возьмем что-то помощнее. Ну, допустим, вот этот хаммер, блин. Давай, берем хаммер. Ты куда? А, с этой стороны в хаммер? Ну, давай, залезай. Офигенная вообще тачка, ты просто посмотри, какая классная. И давай, занимаем позицию. Тут, конечно, вот, блин, без разгона прям, конечно, капец. Давай, погнали на хаммере. Давай, влетаем. Воу, хорошо, фига он залетел прям. Ну-ка. А, его аж развернуло, ребят. Фига он плавает, как какашка, реально. Ё-моё. И хаммер заглох. Но он доехал еще дальше, ребята. Еще дальше хаммер доехал, чем маслкарчик. И, в принципе, можно тачку вот тут вот сохранить. Блин, ребят, ну пока что, в принципе, ребята, ну, неплохо, можно сказать, но хочется, конечно, еще подальше, ребят, проехать. Допустим, на машинке, какую даже выбрать, я не знаю, давай вот, допустим, на багги, что ли. Ребята, вы, кстати, обязательно пишите в комментариях, как у вас делишки, как настроение, как у вас сегодня погодка за окном, что сегодня делали или будете делать, обязательно пишите, потому что комментарии я читаю, лайкаю, особенно самое первое, да, ребята, вот, и крутой, конечно, закрепляю, поэтому
Поэтому, если ты хочешь, чтобы я почитал тебя, почитал твои комментарии, сообщения, то обязательно пиши. Потому что комментарии я все ваши вижу. Вот. И, ребята, пожалуйста, вам просьба, не пишите комментарии ради закрепа. Потому что я вот видел там комментарий, один мне написали, типа, Ролюха, я тебе не пишу комментарий, потому что ты меня не закрепляешь. Ну, ребята, мне даже обидно как-то стало, если только ради закрепа комментарии писать. Ну, как-то не очень, да, ребят? Ну, ладненько. Ладно, погнали, ребята. Опачки, разгоняемся на багги, и багги опять разворачивает. Фига, тачку реально просто разворачивает, блин. Давай на дно. Фига, ой. Давай, едь. Она что, едет? Смотри, она немножко двигается под водой. Но она, кстати, еще дальше доехала, чем, блин, Хаммер. А что у нас, короче, все тачки все дальше и дальше. Как это у нас получается? Что-то я, ребят, не понимаю. Как у нас тачка одна, дальше другой. Как это? И ни одна еще хуже не была другой. Ладно. Давай, допустим, выберем, окей, вот этот Бигфут может. Вот этот Бигфутик. Мне очень интересно, как он проедет здесь. Это испытание наше. Ну-ка, давай-ка. Садимся, заводим и сразу же погнали. Мы теперь уже можем небольшой разгончик тут взять, в принципе. Можно было машинки просто по бокам расставить. Ну ладно, нормально. Первый, блин, комом. Погнали, ничего себе. Вау, ребята. Да ладно, стой. Не. Блин, не смогли заехать, к сожалению. Но это почти концовка. Это почти финиш, фига, тачка. Просто пролетела, но она заглохла под конец. То есть я не смог вырулить вот тут вот просто выехать. Ё-моё, ребята, вот это был реально экшен. Мы почти заехали на этот мини-островок. Ё-моё, ребята, это прям вообще. Вот это было круто, мы практически доехали до конца. На пятой тачке, да, это у нас пятая тачка получается. Хорошо, а если я возьму Sand King HD? Вот, я не знаю, мне очень нравится вот эта тачка Sand King. Она прям такая крутая, качественная, она мощная. Она всегда показывала нам хорошие, в принципе, результаты. Не самые, конечно, крутые, не топовые, но прям результаты у нее уверенные. Прям так вот, прям машинка прям такая, нормалек. Так, давай поехали, ребят, сразу. Стартуем! Ой-ой-ой, вот машинка уже что-то ее тоже развернула как-то непонятно. Ё-моё, ребята, на дно давай, yes. Ну, все, кирдык. Ну, как ты видишь, да, машинка действительно... О, она едет под водой? Не. Ну, как ты видишь, да, она реально вот доехала буквально до середины, получается, да? Вот, давай посмотрим. Да, ребят, это ровно середина буквально. Ну, вообще нормалек, да? В принципе-то, вот сюда я ставлю. Видишь, дальше всех машин. Я же говорю, в принципе, уверенный такой внедорожник, на котором можно хорошенько ездить, ребята. Так, возвращаемся на старт. И давай теперь выберем, например, я не знаю, какую тачку. Например, давай выберем вот этот вот грузовик, ребята. 76 что-то, я не знаю, что за 76. Не понимаю, регион, что ли? Так, давай занимаем позицию сразу же, ребята, аккуратненько тоже вот отсюда вот будем разгоняться. И, ребята, давай, вот так, раз, и поехали. Ой, там котик. Ой-ой, аккуратно, ребят, ничего себе. Ребята, офигеть, фига, вот это да, давай, едем. А он едет, он выныривает. Да ну, почти, ребята, почти. Ё-моё, ребята. Это было, конечно, жестко. Мы почти доехали до финиша. Нам буквально вот немножко осталось. Я вот сюда вот ставлю тоже вот две тачки. Видишь, почти на финише. Но, блин, она заглохла под конец тоже. Вот эта фура, блин, этот грузовичок. Он просто под конец заглох, конечно. Блин, обидно. Так, хорошо. На какой еще проедем машинке? Вот давай мы проедем, допустим, вот на вот этой тачке. Что это вообще такое? А, я вроде на ней катался. Вот на этой раскоряке. Да, она такая непонятная. Ну-ка, она хоть вообще проедет немножко? Чё? А, точно, ребята! Точно. Это тачка, которая умеет ездить по воде. Да, все, я вспомнил эту раскоряку. Я вспомнил, блин, эту раскоряку. Да, она умеет ездить по воде. И мы сейчас просто, смотри, с легкостью доедем до финиша. Ну, может быть, не с легкостью. Она может просто не заехать на этот островок. Поэтому давай... Раз, вообще, смотри, давай, заезжай. Очень странная машина, на самом деле, прям мега странная. Давай, заезжай уже, раз. Все, давай, я не знаю, я ее вот сюда, в принципе, поставлю. Пусть она вот здесь стоит. Давай, вот мы ее, может, куда-то подальше, вот сюда, вот.
Вот сюда, вот, ну, чтобы не мешало. Пусть она вот здесь вот как бы стоит. Надеюсь, мешать она нам не будет. Так, возвращаемся на исходную позицию. И берем уже тачку какую-нибудь другую. Вот мне интересно, что вот это такое. Что вот это за аппарат, ребята? Просто это что? Так, сел в него, завел. И поехали. Нифига он прет, ребята. Так, стоп. Давай-ка мы вот отсюда возьмем позицию. Ой, позицию, разгончик. И погнали, ребята. Давай. Ууу, ничего себе. Давай. Лети, лепесток, блин. Ничего себе, он рвет. Давай, выезжай. Давай, братишка. Да ну, реально, вот эта раскоряка доехала до конца? Вау, ребята, слушайте, ну это, конечно, было сейчас на грани. Она реально вот под конец что-то тут немножко затормозила, но, в принципе, она доехала. Вау, ребята, слушайте, ну это было, конечно, эпично, без комментариев. Это было круто, две тачки на финише, две какие-то странные тачки, но все равно. Так, давай вот мы вот на этом грузовике, блин, офигенный, да, какой? Ну-ка, я в него хочу сесть, такой грузовик-таран, мне кажется, он должен хорошо, в принципе, проехать. Ну-ка, давай сразу, раз, топим! Давай, ё-моё, давай, приземляйся, опа. Он по дну поедет? Он реально едет по дну, смотри! Вау! Ребята, давай, выезжай, бро, выезжай! Давай, нормально! Выехали! И он реально не заглох? Прям вообще, смотри, офигеть! Ребята, ну, конечно, это эпик. Я ничего не могу сказать. Это, конечно, очень круто. Это третья тачка уже на финише. В принципе, получается у нас вообще на изи тут на таких больших машинах переплывать это все дело. И мне очень нравится то, что у нас все получается, ребят. Так, возвращаемся на исходную. И берем еще какую-нибудь машинку. У нас такие гиганты остались, да? Давай проедем на комарике. Такой вот комарик офигенный. Просто глянь, как он выглядит. Вот такой вот я, малыш-коротыш, сижу тут. Что-то музончик, да, нравится? Опа, да-да-да-да-да. Музончик хороший, да-да-да, ребята. Так, давай. Разгончик небольшой. И погнали, ребят. Шевроле Камара гигантский. Вау! Чё? Фига себе! Это что такое? Он просто взял и пролетел, блин! Офигеть! Ё-мо, так, извиняюсь, немножко врезался. Офигеть, ребята! И тут я просто офигел, реально. Тогда вот мы, кстати, бомби, вот я придумал, машины будем вот так вот в воздухе сохранять. Мне кажется, вот прикольно, да, вот так раз-раз-раз. Все победители у нас сразу в воздухе. Во, вот так, смотри, как прикольно, да? Вот так, пусть будет лучше вот так, потому что так поудобнее мне будет хотя бы, а? Так, ой, только я из машины-то не вышел. Я из машины не вышел, ребята! Ё-моё! Ё-моё, ребята! Так, где телепорты-то? Возвращаемся. Так, давай теперь проедем вот на вот этом колесе. Гигантское тоже колесо. Так, садимся. Эй, как сесть в него? Хочу сесть в колесо. Телепорт. Все, сел в колесо, там его починим. И, ребята, в принципе, давайте начнем уже ехать. Эй, а что с ним? А, все, поехали. Так, подожди, ребята. Давай вот мы небольшой разгон возьмем только. Вот так вот. Раз. И что, готовы? Колесико в водичку! Бульк! Нифига себе! Ё-моё! Вау! Ребята, это что такое? Эй, куда? Куда? Давай выезжай! Ребята, блин, оно переворачивается! Ё-моё, оно реально переворачивает. Что там улетело? Там дверь улетела, что ли? Блин, ребята, куда оно едет, а? Все, колесико заглохло, к сожалению. Вот, блин, а? А я думал, блин, хорошо у нас получится поуправлять. А оно, конечно, начало хорошо, но, к сожалению, что-то оно затупило прям мега, прям жестко как-то. Я не понимаю, почему так, ребят, почему так просто? Так, ладно, давай берем дальше уточку. Уточка кря-кря. Ну-ка, уточка должна плавать уметь, да, у нас? Ё-моё, куда я тут, блин, впечатался? Так, давай, погнали на уточке. Опа-на, нифига себе. Вот это я понимаю. Вот это хорошая машинка. Ля-ля-ля. Э, ты куда? Давай. Погнали на уточке. Ууу, фига себе прет, да? С ускорялочкой-то. Ой, а как нам выехать? Ребята? Нам срочно нужно выехать отсюда. Тут может. Давай. Раз. Идеально, ребята. Просто идеально. Доехали мы до финиша. Давай, слезаем.
И сохраняем тоже нашу уточку вот так вот. Бульк. Все, замечательно. Смотри, у нас уже сколько машин, в принципе, на финише, которые смогли доехать. И у нас тут два гиганта Ультра Бигфута. Давай сначала вот мы на гелике. Просто офигенный гелик Ультра Бигфут. Гигантский. Просто он мега. Просто смотри, тут людишки где-то были. Они что, испугались меня? Вот. И я такой тут вообще, смотри, какой сижу, блин. Дельный, да? Так, ладно, давай. Погнали, погнали, погнали! Уу! Нифига! Ой, ну как бы это вообще изи, ребят. Тут прям вообще без комментариев. Просто взяли, перелетели. Ё-моё! Все, вылезаю, вылезаю! Ё-моё! Ну на ультра-бигфутах тут, конечно, вообще легкотня. В принципе, даже катайся, как говорится, где хочешь, блин. Тут у нас еще вот остается, получается, такой поезд ультра-бигфутик. Тогда мы в него тоже сядем. Давай, давай, давай. Опачки! Занимаем позицию. Хотя, что тут занимать? Мне даже кажется то, что мы тут можем просто медленно ехать и все равно проедем. Вот, я еду медленно, смотри. Смотри, вот медленно еду просто. Вот, даже не заглох, вообще на изи проехал. Ребята, короче, офигенный просто на сегодня экспериментик. Надеюсь, вам понравилось, ребят. Большое спасибо за лайк, за комментарий, за просмотр, за подписку. И за то, что вы меня смотрите, ребята. Не пропускайте новые ролики, выходят каждый день. Ну, а с вами был Райлюха. Это были эксперименты в GTA 5. Всем желаю удачи, не болейте и до скорого, ребята. Всем пока-пока, чуваки.